Приветствую вас! В эфире прогноз погоды. А значит, настало время узнать, чего ждать от природы в пятницу 12 января. В студии для вас работает Николай Диденко. Наконец-то в воздухе запахло зимой. Все чаще в небе над Украиной появляется солнце, и все реже приходится укрываться от дождей. В среднем по стране в дневные часы ожидается плюс 1 градус. А сейчас рассмотрим синоптическую картину в каждом регионе более детально. В центральной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 5 градусов мороза и 0. Кратковременные прояснения будут заметны ночью над Кропивницким, а также утром и вечером в Полтаве. В остальное время в регионе предвещается густая облачность. В Черкасах на рассвете выпадет снег. На юге страны температурные показатели составят от минус 2 до плюс 4 градусов. Погодная ситуация здесь будет неоднозначной. В Одессе и Симферополе небо останется пасмурным на протяжении всей пятницы. В столице полуострова прогнозируется дождь и мокрый снег, а вот в Херсоне возможны частые прояснения. Осадка в городе не предвидится. В народе заметили, чем теплее январь, тем холоднее март. Да и сама весна в таком случае обещает быть поздней. И судя по прогнозам синоптиков, у нас с вами есть шанс лично проверить это народное наблюдение. В Западной Украине термометры в течение суток покажут от 0 до 2 градусов тепла. Пятница в регионе выдастся хмурой. Ровно ожидается утренний снег. В Ивано-Франковске осадки в виде снега и снега с дождем будут чередоваться на протяжении всего дня. Вечером в городе не исключается и метель. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха минус 5 градусов, а максимальная дневная достигнет 0. В Житомире первые прояснения на небе появятся уже на закате. До этого момента здесь будет преобладать густая облачность и снег. Утром предвещается метель. Жителям Востока синоптики пророчат довольно частые прояснения, но вместе с этим местами выпадет снег. Термометры в регионе в течение суток покажут от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. 12 января свои именины отмечают те, кого зовут Ирина, Арина и Антон. Мы от души поздравляем всех именинников. Пусть удача будет вашей верной спутницей по жизни, а невзгоды обойдут стороной. С днем ангела! Далее подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 2-3 градуса мороза. А днем прогнозируется от 0 до минус 1. В Луганске и Алчевске небо останется пасмурным в течение целых суток, но осадков это за собой не повлечет. В Донецкой области ночные температурные показатели составят минус 2, минус 3 градуса, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах минус 1 и плюс 2 градусов. В Славянске и Мариуполе с ночи и до позднего вечера предвещается переменная облачность. Дончане будут в этот день наблюдать и густые тучи, но осадка в городе не предвидится. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 3-4 градуса мороза, а в дневное время от 0 до минус 1. Днепр и Кривой Рог облака окутают на весь день. В областном центре после заката пройдет снег. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от минус 3 до 0 в Киеве предвещается хмурый день. Лишь к полудню столичный небосвод немного прояснится. Утром в городе ожидается снегопад. Вот такую погоду обещают нам метеорологи на пятницу 12 января. Радости вам и хорошего настроения. До встречи в нашей студии.